Right to Life presents. Все это случилось в Болгарии. Работникам спасательной группы Rudozem Street Dog Rescue не потребовалось много времени, чтобы найти бедную собаку, которая, казалось, испытывала сильную боль. Неотложная медицинская помощь был единственный способ сохранить ее жизнь. Как вы можете видеть, повреждения, которые она получила во время блуждания по улицам, сильно повлияли на ее здоровье. Тем не менее, она стала сильной через несколько месяцев лечения. Судя по всему, она долгое время бродила по улицам, но ее выносливость вдохновила спасателей на то, чтобы назвать ее Кхалиси. После того, как ее здоровье постепенно улучшилось, она, наконец, смогла принять свою первую ванну. Даже если она чувствует только боль и дискомфорт, она дарит всем доброту. Бедный пес все еще был в синяках и выглядел слабым, но, по крайней мере, ей становилось лучше. После того, как о ней позаботились спасатели, Кхалиси наконец-то может жить, как другие собаки. Она проводит много времени в местной ветеринарной больнице, но у нее очень добрый и терпеливый характер. Ветеринарная больница сначала проверила наличие всех необходимых прививок. Она даже получила приспособление для ног, чтобы помочь с выздоровлением, которое должно быть у многих собак из приюта. Посмотрим, превратится ли она в красавицу. Через некоторое время у Кхалиси наконец-то начали расти волосы. Наблюдая за ее трансформацией, она теперь также может нормально есть, как обычная собака. Даже медперсонал ее очень любит, рад за ее выздоровление. Кажется, что она тоже чувствует приятную атмосферу, а ее выражение мордочки почти постоянно напоминает улыбку. Выйти поиграть и побегать не проблема. Тело больше не облысевшее, и постепенно становится виден первоначальный цвет волос. И у нее есть своя лежанка. Посмотрите на нынешний вид, она стала крепче и здоровее и хорошо ладит со всеми. Увидев ее счастливый вид, все очень обрадовались. Вы можете поверить, что это тот самый бедный щенок? Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.